только ценный мед, а еще 1-2 килограмма диетического легко усвояемого мяса. Итак, у нас сегодня кролик. Итак, друзья, вот это и есть кролик. Весом 1,2 килограмма. Маленький такой, я бы даже сказал, наверное, это крольчонок. Или по-гречески кунелаки. Вот сегодня мы и приготовим блюдо греческое, которое называется кунелаки ме йогурте. То есть кролик с йогуртом, йогурте. Для этого нам понадобится, собственно говоря, сам кролик. Мы не будем выяснять, конечно, кто подставил кролика Роджера, каким образом он оказался в таком вот плачевном состоянии. Мы будем его сейчас солить, перчить. Итак, кролик, 100 грамм сливочного масла, 400 грамм йогурта я использую домашний, оливковое масло, соль и перец. Итак, посолили. Сейчас сдобрим кролика перчиком. Да, кстати, этого кролика, обращаю внимание, мы уже немножечко зашили. Видите, вот здесь вот брюшко ему зашили, и с этой стороны тоже. Потому что кролика йогуртом мы будем фаршировать. Масло уже немножечко подтаяло. Сейчас мы его сюда вот соединяем его с йогуртом. И вот этой смесью масла и йогурта фаршируем кролика. Но поскольку одному это делать не очень удобно, я попрошу моего очаровательного оператора помочь мне. Давай, давай, загружай. Ой, какой кролик у нас будет. А сверху смазывать не надо? Сверху маслом. Поливаем противень оливковым маслом. Рецепт-то греческий. Ну, можно, конечно, использовать и обычное, наше, подсолнечное масло. Но поскольку рецепт греческий, то я использую оливковое. На смазанный противень укладываем нашего кролика. И выпекаем. 2 часа запекаем при среднем температурном режиме. Я поставил 150 градусов. Сначала с одной стороны, потом с другой. Но прежде чем поставить кролика в духовку, надо его и снаружи тоже хорошенечко смазать оливковым маслом. Достаем хлебушек. А на его место отправляем кролика. Прошел час. Достаем кролика. И переворачиваем его на другую сторону. Но немножечко тут, как видим, он похудел. Немного вытекло из него, но ничего, это все нормально. Итак, аккуратно переворачиваем его на другую сторону. Все, друзья, кролик готов. Достаем его из противня и перекладываем на тарелочку. Поехали, дружище. Опа! Согласитесь, друзья, сейчас кролик выглядит гораздо аппетитнее, чем в самом начале ролика, когда мы с ним только познакомились. Сейчас его хочется съесть. Приятного аппетита! И будем помнить, что кролик – это не только ценный мех, а еще и 1 килограмм восхитительного диетического мяса. Итак, нарежем нашего кроличка на фаршированные кусочки. Вот он замечательный, замечательный наш кролик. И вот видите, йогурт, он вот так вот створожился, очень вкусно. И, естественно, вот этого вот кролика с йогуртом, его можно не только горячего, но даже вот и холодный кусочек, вот я сейчас вот ем, вернувшись с работы, очень здорово, очень. И йогурт, он придал такой очень интересный вкус, оригинальный, пикантный, и кролик, он получился сочный.